Всем привет! Идем на гору Озгард, вроде бы, в Уклулете. 700 метров высотой. Только что предупредили, что медведи тут везде ходят. У нас специальные колокольчики. Им не нравится металлический звук. Вот там верхушка горы. Такая вот дорога идет вообще, по ней машины могут ездить. Это специально для того, чтобы обслуживать вот те антенны, которые наверху. И вот дорога, и вот так идет вниз, с видом на океан. Чуть не упал. Сейчас 4 вечера. Солнце где-то в 6:20 садится. Ну вот там внизу Уклулет. Кофейня, с которой мы все время смотрим на гору. Ну, забрались на гору. 700 метров высота. Как-то там Озгард или что-то такое называется. Тут антенны стоят. Вон внизу там видно Уклулет. Вот этот залив. А вот там вдали Тофино видно. 40 километров от Уклулета. Горы в глубине острова. И тут куча маленьких островков в океане. Вообще уникально. Два часа нашли наверх. Подъем высоты, ну, где-то мы начали с 50 метров, то 700-650 метров где-то. Сейчас где-то плюс 10 градусов тепла. Ну тут чуть прохладнее.